Paranormal in the house. Способен жить в зоне комфорта, в том же духе продолжай все отрицать. Или ты готов искать, выйди на охоту, чтобы в этом мире жить, а не обитать. Один шаг и в бездну, другой шаг на волю. Это жизнь, и мне стоит что-то менять. Оглянись назад и просто вспомни, ради чего был пройден путь, не дать не взять. Мимо кварталов бездонных краев, проходя во сне, буду скучать я по белым зданиям, что смотрят свыше на тех, кто ищет свой выход. Никаких моральных ценностей, никаких грандиозных принципов. И что бы мы ни делали, ничего не изменится, пока за нами ходят призраки. Что они хотят найти или просто сбить с пути, я все равно буду дальше идти, невзирая на все трудности. И только попробуй найти тот осколок в груди, что наметил мне путь на бескрайних просторах. Но в конце концов приходим к восьми. И для чего только этот мир? У нас нет границ и нет вершин. Мы навсегда только с собой. Кто-то из себя, наверное, ноль. Есть только принцип и боль. Жарко стало, иди не стой. На закате я другой, на рассвете как не свой. Ты хочешь попробовать стать мной? Не выйдет, парень, будь собой. Где будешь жить, на окраине или в Москве крепостной? Один шаг и в бездну, другой шаг на волю. Это жизнь, и мне стоит что-то менять. Оглянись назад и просто вспомни, ради чего был пройден путь, не дать не взять. Твои награды лучше ничего не стоят. Признай, это не максимум, на что способен. Это лишь артефакты твоего каноэ. Жизнь — это океан, где нас затопит вскоре. Каждый из нас запчасть большого механизма. Мы двигаем систему, но не знаем жизни. К чему нас приведет потраченное время? Что будет после нас, вопрос он неизменный. И снова закрываю глаза, но не забрать мой к жизни азарт. И вижу ярким пламенем, не сгорает будущее, что построил я год назад. По оторванной части сгоревшей бумаги, сквозь дым и пепел высокий градус. Можно прочитать весь путь, что наметил годами, но все рушится к чертям против предсказаний. История тонкая, будто бы книга, в которой текста нет, но остается суть. И ни один человек в этом мире от судьбы не сможет свернуть. Как любое завершение дня требует своего итога, рискнешь остаться без всего? Давай тогда попробуй. Твои награды лучше ничего не стоят. Признай, это не максимум, на что способен. Это лишь артефакты твоего каноэ. Жизнь — это океан, где нас затопит вскоре. Каждый из нас запчасть большого механизма. Мы двигаем систему, но не знаем жизни. К чему нас приведет потраченное время? Что будет после нас? Что будет после нас? Что будет? Когда мы с тобой замечаем ошибки,
без ударений, без лишней стирки отправим наверх все, что было неправильно. Мы разгадаем тайны окраины, вместе с тобой пробежимся по краю. Мы с этого дня все загадки разгаданы. Чувство тебе — это мой синдром. Каждый мой день — нет бой без правил. Я утопаю в проблемах и без тебя замерзаю. Но с утра пробуждаюсь от сна, где была ты и я рядом с тобой. Как же я сразу не осознал, что неспроста верить в любовь. Думаю, что я потерян, взгляд отвел я в теме, ни один шаг не в ту степь приведет туда, где замок без веселья. За закрытой дверью нам не выйти в свет. Все запутал тот, кто закрыл те двери в замке без веселья. Тут опасно ведь, но я отыскал ключи, где висели портреты системы, где нас больше нет. Не стучи понапрасну, тут не так уж и плохо. Не кричи просто так, ведь это нас не выведет на дорогу. Потерпи.